прима-балерина Большого театра Нина Копцова, которая на ижевской сцене выступит впервые, исполнит ведущую партию в балете «Лебединое озеро». Я очень люблю этого композитора с детства, слушала его музыку с ранних лет. А балет «Лебединое озеро» является моим любимым балетом. Танцую с огромным удовольствием и здесь тоже буду представлять свои любимые партии.